Развитие национальных традиций и культуры через социальные сети и кино, озвученная президентом на прошедшем Курултай инициатива, получила большую поддержку отраслевых экспертов. По мнению лидеров молодежных организаций, активное применение информационных технологий – лучший способ привить новому поколению любовь к родине, истории и традициям. Я думаю, что абсолютно правильно будет и логично развивать историю нашей страны и доносить ее до молодого поколения, используя разные социальные платформы, социальные сети. Это, как сказал президент, TikTok на сегодняшний день занимает очень высокие позиции в этом направлении. Большое внимание в стране уделяют и отечественному кинематографу. По мнению специалистов, казахстанские фильмы на исторические и культурные темы помогут приобщить нашу молодежь к традиционным ценностям. Было поднято много насущных тем. Одна из них – развитие отечественного кино. Только представьте, за счет этого мы сможем сильно увеличить фонд казахстанских фильмов. И это не все. Наше кино, продвигая наши культурные, исторические и традиционные ценности, поможет приобщить к ним молодое поколение. Если показывать такие фильмы в каждом доме культуры, то его смогут увидеть миллионы.